и ничего абсолютно точно не понимают. Ну, вообще, я, по-моему, про все о другом, о пятом, о десятом, о всем прочем. Мордор РП. Я бы вот начал стрим. Все люди, все такие, знаете, молодые чуваки, все. Понятное дело, что я сделал намного больше, чем какой-то там один стрим, который... То есть, несмотря на то, что в данном видеоролике есть как бы реклама Аризоны РП, я это не скрываю, просто вот такое, знаете, а на карту Альфа-банка заходил, на карту... Ну, в общем, я думаю, что вы поняли, я проверил абсолютно... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. Вы знаете, что я очень часто обращаюсь к всяким разным GTA Samp ютуберам, к GTA Sampovским проектам, и вот пришло время обратиться к GTA Sampovским проектам на Android, потому что я в самом деле, я немного так, знаете, пропустил всю эту Олимпиаду, всю эту эстафету, и мне хотелось бы исправиться, потому что я считаю, что это не особо правильно, и то, что вот я сделал, ну, оно не поддается просто никаким объяснениям, потому что я в самом деле, я хотел, знаете ли, поучаствовать, вот как только я прочитал весь этот новостной заголовок, я понял, что я в самом деле хочу во всем этом поучаствовать, но, к сожалению, время уже прошло, и я просто вот, я не знаю, что сделать, как сделать, откуда сделать, что вообще, зачем, почему, как и где, и, то есть, ну, мне это непонятно абсолютно. Но я понимаю, что те, кто только зашли на видеоролик, могут подумать, что пришли где-то на середине ссоры, на середине конфликта, и ничего абсолютно точно не понимают. У меня вот такое же впечатление сейчас складывается, когда я пытаюсь обо всем этом рассказать. Но давайте начнем по порядку, я все расскажу вообще, что я хочу донести, что я хочу вообще рассказать, что я хочу вообще сказать, какое обращение я хочу донести и вот так далее. Дело в том, что такой GTA Sampovский проект на Android, как Mordor Roleplay, про который я уже там, знаете, делал какие-то видеоролики, что-то снимал, по-моему. Ну вообще, я, по-моему, про все GTA Sampovские проекты на Android что-то снимал, рассказывал в той или в иной степени, говорил, что мол, вот, на том проекте есть то, на том проекте вышло вот это вот. Тот проект сделал вот то и многое другое. Однако не так давно у такого вот GTA Sampovского Android проекта, о котором я уже сказал раньше, Mordor RP, случилось следующее. То есть, давайте я зачитаю вообще пост, чтобы вы не думали, что я это откуда-то там выдумываю, что там еще вот это вот все делаю. В Life Mobile пишут то, что Mordor Roleplay завтра в 5 часов будут донатить реальную валюту тем, кто запустит стрим на их проекте. Мы тут не будем сейчас разбираться, типа, нормально это, ненормально это, эффективно, неэффективно это, сколько людей вообще стримило, потому что я вот в тот момент 11 ноября все это пропустил. То есть я не знаю, я не понимаю вообще, как такое могло произойти. То есть обычно я все эти эстафеты, все эти мероприятия, я их сразу же вижу, сразу же пытаюсь в них поучаствовать и во всем прочем. Обычно мне еще какие-то новости, вот эти вот, на которых я могу заработать деньги, мне их обычно скидывают, говорят, вот, мол, обсуди там, скажи, что ты думаешь, что ты не думаешь, что будет, что не будет, и так далее. И я, разумеется, все это начинаю обсуждать, рассказываю, мол, вот о том, об этом, о другом, о пятом, о десятом, о всем прочем. И понимаете, в чем дело? Тут все произошло немного по-другому, потому что я не знаю вообще, как все это описать. Mordor Roleplay, они вот решили, так сказать, донатить деньги тем, кто запустит стрим на их проекте. Вы знаете, что я человек такой занятой, и стримов у меня не было уже, наверное, ну, скоро будет, наверное, около года, как у меня стримов не было. Хотя никакого около года, я ж недавно вроде как стримил. В общем-то, последний стрим у меня был где-то летом. И, как вы понимаете, это очень большой промежуток времени, в котором у меня нету стримов. И я считаю, что все это нужно как-то исправлять. К сожалению, тогда вот, когда было 11 ноября, я, наверное, и мог стримить. И вообще желание, наверное, у меня было и все прочее. Но я не видел вот этого вот всего поста. Именно поэтому я все это мероприятие пропустил. И сейчас мне ужасно стыдно за то, что я не смог в нем поучаствовать. То есть, понимаете, я бы вот начал стрим, все люди, все такие, знаете, молодые чуваки, все новички GTA Sampa, все прочие чуваки, они бы увидели, что я все это делаю и подтянулись бы за мной точно так же. Но при этом, ну, у меня не получилось так сделать. То есть, я это все не увидел. И теперь вот, что я хочу сказать. Так как у меня уже, знаете ли, были видеоролики, в которых я рассказывал о Mordor Roleplay, рассказывал, что у них там вышло то, вышло у них там это, вышло у них там все прочие вещи. То есть, понятное дело, что я сделал намного больше, чем какой-то там один стрим, который, ну, вот ты провел просто в 5 часов
дня, и все, и о нем все забыли, о нем никто не помнит, твой канал тоже уже все давно забыли. И именно поэтому я бы сейчас хотел обратиться к руководству Mordor Roleplay, то есть это отдельный ролик про вас, у меня отдельные ролики стоят, ну, очень дорого, типа, поэтому я даже не буду говорить, сколько они стоят, а чтобы вас не смущать, потому что, ну, я не думаю, что вы сможете подтянуть такую сумму денег, такую сумму рублей вообще, я примерно, вот, знаете, сейчас на экране где-то напишу, сколько она стоит, вот отдельный ролик у меня стоит, типа, больше скольки и меньше скольки, то есть, да, у меня стоит видеоролик, чтобы чуваки примерно понимали, в каком диапазоне можно мне задонатить. Да, я сказал задонатить, потому что я тут хочу, знаете ли, обратиться к Mordor Roleplay и попросить, вот, знаете, свои деньги, то есть, разумеется, что мои вот те видеоролики, которые я уже выпускал о них, они, как бы, ну, они намного больше пробустили их проекты, нежели вот если бы я запустил какой-то стрим, и на котором они бы мне донатили. То есть, разумеется, что я сделал намного больше вклад во все это. И сейчас, то есть, несмотря на то, что в данном видеоролике есть как бы реклама Arizona RP, я это не скрываю, просто вот такое, знаете, обращение к Mordor RP, оно у меня есть. Несмотря на все это, я бы хотел сказать, что Mordor Roleplay, ну вот вы там задонатили всем вот этим вот игрокам, всем вот этим чувакам, которые запустили стримы, задонатили всем прочим людям, и почему меня оставили без внимания? Я не знаю, я просто заходил на свой Kiwi кошелек, там, заходил на WebMoney кошелек, там, я не знаю, на Яндекс.Деньги кошелек заходил, на YouMoney заходил, на там PayPal, там, PayPal, поебалу дал, там, что-нибудь такое, вот на все кошельки я заходил, то есть на карту Сбербанка заходил, вот, на карту Тинькова заходил, а на карту Альфа-банка заходил, на карту, ну, в общем, я думаю, что вы поняли, я проверил абсолютно все свои счета, включая офшоры, и не заметил ничего, то есть, в самом деле, никаких денег мне не пришло от этого самого проекта. Именно поэтому сегодня, вот такого числа, которого вы смотрите данный видеоролик, я бы хотел обратиться к этим самым людям для того, чтобы, ну, сказать, чуваки, ну вот вы в самом деле задонатили всем, а про меня забыли. Как так вообще можно? Я на бескорыстной основе постоянно, знаете ли, снимал ролики про ваш проект, и вот мне никаких донатов не пришло. Вы могли спросить мой номер у GTA Samp ютуберов, я думаю, что они все знают. Вы могли спросить мой адрес у GTA Samp ютуберов, они его как бы тоже, а я думаю, что уже все знают. И как-то, возможно, по почте отправить деньги, либо еще каким-то способом, там, знаете, в коробке из-под ксерокса, может быть, мне вынести все эти деньги, чтобы я их там забрал, и все было вот нормально. Но, к сожалению, такого не произошло. Почему так не произошло, я не понимаю. Возможно, вы как-то про меня забыли, я не хочу вообще в это верить, но мало ли такое произошло. Возможно, там еще какие-то вещи произошли. Именно поэтому я считаю, что, ну, немного вот неприятно все это с вашей стороны, поэтому, ну, чтобы такого недоразумения больше не получалось, внизу в описании, а также в комментариях, там одним из самых первых комментариев будет ссылочка на мой Donation Alerts. Пожалуйста, чуваки, если вы хотите, чтобы я с вами продолжал общение, то есть в самом деле задонатьте мне деньги, и тогда, то есть, все будет нормально. Можете купить, возможно, я там, не знаю, спонсорскую подписку на меня, тогда вы будете смотреть сюжеты насчет своего сервера и насчет своего проекта, и насчет, возможно, каких-то других проектов одними из самых первых, то есть вы это можете все сделать, и много всего вы еще можете сделать под данным видеороликом, поэтому вот, заходите, там, я не знаю, отправляйте какие-нибудь суммы денег, делайте какие-нибудь еще, возможно, вещи и дела, и чтобы все было хорошо. В описании есть ссылочка на мой Donation Alerts, туда вы можете зайти, там вы можете со всей этой информацией ознакомиться и, в общем-то, прислать мне какую-то сумму денег, да, если вы обо мне забыли, вдруг, мало ли, я не хочу в это верить, но мало ли такое произошло, и все прочее. Вот, вы можете написать свое мнение в комментариях, как бы зрители данного видеоролика, а также люди с Mordor RP, вы можете все это сделать, и тогда вот мы с вами как-то поговорим. А я играл на проекте Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor находится в описании данного видеоролика, заходите туда и ознакомьтесь со всей вот этой вот информацией прямо там. Там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, и есть все остальные вещи там тоже. Вот, до свидания всем, и спасибо за донат заранее вам. Вот, до свидания всем.